В нашей стране может пройти самая глобальная экспедиция. Ее протяженность 34 тысячи километров. Сергея Миронова посетил организатор проекта «Россия» путешественник Константин Мержоев. Экспедицию хотели начать в 2020-м, но пандемия изменила планы. Сама экспедиция, она будет проходить по границам Российской Федерации. Старт назначен на 3 марта, в день дикой природы. Велоэтап будет проходить от Сириуса до Мурманска. Участники пройдут по России пешком, на катамаранах, велосипедах, яхтах, автомобилях и даже корабле. В активной группе будут 10 человек, остальные присоединятся на отдельных этапах. Поддерживаю, потому что дело отличное, хорошее. Точки я с удовольствием приеду, значит, и рассчитывайте на это. На протяжении всего путешествия участники экспедиции будут снимать видео, фото, вести бортовой журнал, писать статьи, встречаться с детьми и молодежью.